Всем огромный привет! Сегодня мы с вами откроем вот такую посылочку. Это мне пришел мой заказ с Алиэкспресс. Ну, правда, не вес. Я делала очень большой заказ. И что именно здесь пришло, я не знаю. Я взяла свой телефон, потому что я вспомнила, что здесь у меня в заказе должен быть очень классный дорогой чехол. Сейчас я его открою. Он такой, знаете, необычный. Он как, типа реагирующий на... на всякие прикосновения, что ли. Ну, я не помню, честно, ребят. Там же у китайцев ничего не поймешь. Я просто увидела, что он прикольный. Я решила заказать. Сейчас посмотрим. Так. Значит, вот такой вот кейс. И внутри должен быть чехол. О, смотрите. Это мой, на мой новый iPhone. И он должен как-то... Блин, я не верю, что он будет как-то реагировать. Хотя нет, вот здесь, видите, есть такая штучка. Затычка. Короче, сейчас, ребят, подождите. А многие у меня спрашивают: Юля, что это за бамперы, где ты его купила? И их, ну, сейчас действительно их очень сложно найти. Это Леша мне покупал. Это бампер бренда Deppa. Очень классный, очень круто спасает телефон. Ой, я им очень довольна, честно вам скажу. Но вот этот чехол заказала из интереса, скорее. С чем буду ходить, не знаю. Мне вот интересно было попробовать вот этот чехольчик. Просто когда увидела, что он такой необычный. Сейчас мы с вами наденем. Что у меня тут? Температура. Температура у меня поднялась. У моего. Так, все, ребят. Я надела чехол и вставляю. Так, что? Ну-ка, смотрите. Смотрите. Просто офигенно. А, если по нему буду вот так стучать, что ли? Короче, я не понимаю. Я не понимаю, ребята. Не знаю, напишите в комментариях, если вы в этом разбираетесь. Но, блин, смотрится прям круто. Сел очень хорошо. Но вот этот чехол стоил где-то 1800 рублей. Он реально классный. Реально классный. Он стоит этих денег, ребят. Даже по качеству, по прилеганию, по дизайну. Вот у меня теперь белый чехол, ребят. Белый чехол, видите? Алло, алло, алло. Ну, короче, я очень довольна. А в темноте представляете, как он будет светиться? Давайте посмотрим. О, вообще супер! Смотрите. А, что, я цвет меняю, да? О, по-разному, да? Если так, 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 так. Я не знаю, как это работает. Я не знаю, но мне очень нравится. Алло. Алло, да. Да. Пришло вот такое нечто сжатое. Сейчас мы распушим это. Два шарика. Ребят, я заказала себе крабик. Вот такой крабик. Вот такой классный. Слушайте, красиво. И с цветом, по-моему, я не ошиблась. Очень красиво. Смотрите. Вот такой вот меховой. С двух сторон. У него очень большие, как это, зубья у зайца. Большие вот такие вот зубчики. Прям большой захват. Как раз вот мне, чтобы мои хвостики собирать, чтобы резинкой не травмировать волосы. Идеально. Идеально. И смотрится красиво и мило, да? Давайте откроем дальше. Я заказала вот такие классные носки. Они, знаете, чем необычные? У них необычная расцветка. Значит, вот такие носочки с лягушками, видите? И здесь такой сюжет идет. От головастика к большому лягушонку. Вообще сейчас на Алиэкспресс просто повально очень много разных носков с различными рисунками, всяких прикольных. Но мне понравились очень вот эти.
Значит, смотрите, развитие лягушки, урок биологии. Сначала были вот такие кринки лягушачьи, потом появился вот такой вот головастик. Потом этот головастик приобрел ножки, у него ножки выросли. Потом он выбрался на лист. Не могу. Он сидел на листике и наслаждался жизнью. Так, а на этом сюжете что у нас? Здесь у нас что? А, вот, он рос. Блин, ну тут придется показать вот так на руке, потому что он большой. Он рос, этот лягушонок, развивался и поедал всяких мух и мошек. Смотрите, классные? Классные, да? Ну, они реально прикольные. Их хочется разглядывать, они необычные. Так, следующие носки, ребята, это еще не все. Вот эти носки, они попроще, но они как бы типа в стиле Sailor Moon. Смотрите, какие классные. Мне тоже очень понравились. Мне кажется, они вообще под все подойдут. Ну, они как бы типа такие обычные классические, черно-белые, да, но в то же время у них есть своя изюминка. Такая вот мордочка кошки на одном, а на другом вот она киска, как и Sailor Moon. Очень красивые, да? Очень красивые. Просто замечательные. Так, открываем дальше. Вы, кстати, пишите в комментариях, что необычного вы там заказываете. Потому что, ну, там на самом деле очень много товаров на Алиэкспресс. И что-то такое прикольное найти очень сложно. Если что-то необычное вы покупали за последнее время, что вас просто поразило, пишите в комментариях. Мне тоже интересно. Я, может быть, закажу даже. Черный. Что-то я не помню, чтобы я заказывала черный крабик. Я вот черный я, по-моему, не заказывала. Если я заказывала, то только, наверное, вот в таком каком-то цвете. Это, наверное, китайцы меня обманули. Черный крабик. Вот такой вот черный крабик. Ну-ка, давайте посмотрим. И на картинке, ну, у китайцев, у них, знаете, они же все маленькие. Там я вот, ну, честно, я как бы не знаю, неужели у них головы у женщин-китайцев меньше, чем у нас? Потому что на них эти крабики смотрятся просто такими огромными, пушистыми, большими. А вот то, что приходит нам, да, уже русским женщинам, оно какое-то все маленькое. Ну, оно вроде да, оно похоже, но оно какое-то маленькое. Нет, конечно, я буду пользоваться этим крабиком, он очень сильный, такой крепкий. У него прямо здесь хороший запас мощности и хороший запас вот этого внутреннего пространства. Он будет держать мои волосы, у меня очень густые волосы. Но я пока в восторге от вот этого крабика, честно вам скажу. Он прям классный, вот это мне очень понравилось. В принципе, неплохо, если даже в черном цвете тоже смотрится... Пойдет. Я не знаю, что это. Ребята, короче, они обманщики. Я хотела купить носочки норковые. Знаете, такие классные мягонькие носочки норковые. И они мне выслали вот такие малявские носочки на китайскую ножку. Они маленькие, мне даже Алиса в них не войдет. Да вообще, это что такое? Это маленькие носочки, малюсенькие. И они совсем не норковые. Здесь вот чувствуется, что мех совсем не норковый. Он какой-то еще как будто, как знаете, как подранный. Нет, может выглядит, что хорошие они. Но видите мех такой неоднородный? Какой-то как покоцанный. Ножка просто малявская, вот у меня не войдет. Я переключилась на свой телефон, потому что моя камера села, она перегрелась. Показываю вам носочки, которыми я очень недовольна. Очень жидкий мех, маленький размер детский. Вот китайцы обманули меня. Ну вот этими я очень довольна носками, конечно. Так, идем дальше. Следующее, что я заказала, это вот такое сердечко. Это брошка. Брошечка.
немножко туплю, потому что расстроилась, что-то камера у меня выключилась, типа она перегрелась. От чего перегрелась, я так и не поняла. Я люблю такие маленькие акценты. Слушайте, вот это мне нравится. Смотрится, да, так интересно? Такая сразу. Блин, и стоил там вообще сущие копейки. Если бы знала, что он такой классный, я бы еще, наверное, 2 или 3 заказала. Ой, хорошенький. Все, пока-пока.